Сегодня мы разыграем пригласительные билеты на показ Вадима Мерреса, который состоится 16 октября в ровно 6 часов. Как вы видите, три пригласительных, каждый из них на две персоны. Вот. Так, теперь проверяем, кто выполнил все условия. Упс. Так, первый человечек. Нету ничего. Второй человечек. Тоже ничего нет. Третий человечек. Как видим, наших записей тут вовсе и нет, при том, что уже 26 августа. Окей. Так, следующий человечек. Нет, 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 это все не наше. 9 ноября. Хотелось бы напомнить то, что чтобы получить билеты пригласительные, всего лишь нужно было репостнуть запись, указать друга своего. Ну, собственно, уже 25 мая. Выполнив всего лишь пару условий, можно было получить пригласительные билеты на показ. Ничего сложного. 9 мая. Так, да, люди. Либо у вас с настройками беда. Так, видим Лайм. Ну, окей, мы его чуть позже разыграем. Видим Иванова тоже чуть позже. Так, тоже не участвует. Анастасия. Молдавский фестиваль у нас уже прошел. Собственно, приглашали также блогеров и журналистов. 10 августа тоже не то. Вот, кто хотел, мог поучаствовать. Две записи. Ну, Игорь не участвует, это мы уже знаем. Так, и последний человечек, который лайкнул. Сейчас проверим. Вот, ура! Один человек есть, и, собственно, мы ему и передаем. Так. Ну да, оценили. Поделились. Первый человечек есть. То есть один билет мы уже даем без рандома. С Катериной Субботиной. Все окей. Посмотрим в комментариях киноблогеров. Есть второй человек, обладатель билетика. Проверим еще раз Ксению. Как странно, что мы ее репоста не видим. Ну, если что, свяжемся уже позже. А так, два билета даем Анастасии Субботиной и Ольге Притчиной. Поздравляем, девочки. С вами свяжутся уже чуть позже. Спасибо вам за участие. Участвуйте еще. Будут конкурсы разнообразные. Вот, если будут идеи, пишите.